Вот, и еще одна песня такая ностальгическая, как бы, из того времени, песня на, про танки. Танки это такие же живые существа, как и люди, потому что в них очень много вкладывали сил, энергии. Ну, вы знаете, здесь люди собрались, не маленькие, в общем-то. Вот, и Т-34, говорят, лучший танк всех времен и народов, Великой Отечественной войны, он не сразу таким стал. Вначале это была тяжелая машина, неотработанная, которая через 150 километров пробега выходил из строя, двигатель намертво забивался маслом вместе с пылью. Вот. Но и, ну, все равно люди воевали на этих машинах. И вот в 2002 году я первый раз приехал в музей на Кубинку, так как, ну, по-человечески уже, не торопясь. Мы познакомились с директором музея, с Володей Рыжовым. Вот. Они как раз вытащили из подсков, из болота, вытащили Т-34-76, производство Сталинградского тракторного завода. Что это было такое? Это было такое железное чудовище, у которого вот 5 катков. Резина была на двух только, потому что резины не было. Вместо приборов, вместо стекол, ну, знаете, призма, да, должна стоять. Там были стальные такие полоски, которые отшлифованы, потому что стекол не было. То есть бронзы там, меди, в нем не было вообще никакой. Там была сталь и немножко резины. Вот. Ну и вот самое потрясающее, то, что его из болота вытащили, там весь экипаж успел выскочить, там остались зубные щетки с порошком, там все эти ихние там тряпки, там нижнее белье, ну, все там зипы, все остальное. Самое потрясающее, знаете, ребята, было, это запах солярки. Я говорю, вы что, его заправили, что ли? Он говорит, нет, говорит, это вот та солярка 42-го года. Я офигел, понимаете. Она... То есть это живой человек. Они его потом заменили двигатель, и он у них сейчас ездит. Правда, специалисты на них ругаются матом и говорят, что вы, говорит, уроды, потому что вы угробите последнюю, так сказать, ходовую часть, там же эти самые торсионы с пружинами, которые были сделаны в 42-м году. А делали из чего? Вот, да, из чего у нас вся жизнь сделана, понимаете? Да, да, вот. Поэтому ребенку закройте уши, потому что там, закройте, пожалуйста. Я первый куплет спою, потом откройте. Песня танка из болота, ребята, да. Меня подцепили за оба крюка, расклеила ветер резина, и я увидал над собой облака и ветер, летящий в осинах. И я увидал над собой облака и ветер, летящий в осинах. И время мое побежало опять, как будто вчера заводили. И снова услышал я, ёб твою мать, и понял, что мы победили. И понял, пожить мне еще предстоит, пускай не герой-победитель. Пробитые немцами, братья мои, простите меня и поймите. Простите, не смог показать мастерство красивой военной работы из всей из бригады, но лишь одного меня сохранило болото. Не сжег меня пушки, немецкий расчет, и тигр меня не искалечил. Меня не расплавил товарищ Хрущев в огромной мартеновской печи. Резон здесь, конечно, отыщется свой. Сегодняшним людям подарки вы можете запах глотнуть боевой моей краснозвездной солярки. Залезьте, не бойтесь испачкать штаны в крови и солярочной прели. Почувствуйте кожей дыхание войны, на чем ваши деды горели. Я брошенный в землю военный посев, я памятник сгинувшей роте. И мирная техника мчит по шоссе, поскольку я был в том болоте. Я с пушкой, торчащую наискосок, для вас непонятен и страшен. Соляркою пахнущий, правды кусок истории Родины нашей. Что я уцелел, экипаж виноват, да наша чумная природа. Я танк, я убитый советский солдат второго военного года. Я танк, я убитый воскресший солдат второго военного года. Я дед твой, убитый воскресший солдат второго военного года. А, понял. Спасибо.